Все при самости поман, ну какой, знаете. Вот видите, что у меня такое? Вы знаете, что мне было? М? Теперь да. Теперь у меня камера стоит в другом месте. Да. И как вы знаете, что, короче, у меня такие дела. Вот что я бы хотел поставить в камеру в другом месте. Ну, теперь, потом, когда я вот хотела переключить, но потом, ну, короче, я вот хотела его, я вот взял его камеру и хотела тянуть, и у меня просто у меня выключился у меня в компьютер. Из-за того, что эта главная такая черная штучка, которая подключается в компьютеру, включение моего кнопки, ну, короче, ну, то, что вот так вот неаккуратно так оставлено, но приходится взять и сжимать ее при помощи батарею. И вот так вот из него происходилось к моему камере. И так что мы сегодня будем продолжать это вторая серия про в карте Майнкрафта Hello Neighbor Pencil, или если вы хотите посмотреть всяких секретов. И ну что ж, прошу любить и жалуйте. Ну что ж, переходим к здесь. Hello Neighbor Pencil. Ну таки происходилось такие новые обновления. Теперь мы будем посмотреть всяких секретов, чтобы пройти его, поэтому. И посмотрим всяких секретов, чтобы вы узнали, что есть в этом наверху. Но, как вы знаете, я, конечно, я проходил эту карту. А, да, сейчас. У меня Боинг. Все тормозит, Боинг. Вот никаких ворот за этот Боинг. Так, берем галактические разлагаемые коробки. И, так, кстати, у меня же... Давайте-ка вот это будет с другой стороны. Будет выглядеть. Пойду жопу засуну соседу. Чё так тормозит он у меня? У меня же нормально было. Я выключил Боинг. Чё тебе так не нравится? Пошёл его. Чё, поймай мою задницу, поймай. Да, давай. Все, пошел в задницу. Это чё? Да ладно. Да ты чё? Так тебе чё надо? Мне карту надо. Не, блин. Да ёпта! Хватит уже бегать, я только что я тебе... Кстати, поменялся у скина карандаша, поэтому... Ну, пропал. Не, чё за дела? Чё у меня такие лаги? Алло, чё за... Ладно, тускло так нормально было. Темнота происходит и... Надо же забрать их в свои коробки, чтобы нормально было. Вот зарядчик. Вообще, почему у меня такие лаги? Я поставил такие красивые шейдеры. Чё такого не нравится? Да ты заколебал уже, ну... Пошёл ты в задницу, козёл! Слышь, ты чё на меня пялишь, козёл, держись. Вот почему у меня тогда... Пошёл в задницу. Это я здесь герой, спасательный, короче, операция. Пошёл в задницу, короче.
Да ты же обосрался. Все, иди нахер. Ты чё? Пошёл вон, целуй кактус. Целуй кактус. Ну и пошёл в жопу. Ты козёл. Вот супчина ты, блин. Собака! Валим! Валим нахер пляжа! Нахер пляжа! Уходим отсюда! Взял топор! Все, пойдем вверх! А тихо-тихо, пошёл нахер! Ты чё на со мной ещё спускался? Иди нахер! Да ты чё, охерел? Пошёл в задницу! Пошёл в задницу! Это мой дом! Пошёл отсюда! Да нет! Ты какого хрена? Это мой дом! Он меня, короче, вот такой, пак, меня всё садил. В яйку. И знаете, ребят, что у меня такой? Вы увидели, что... Вы услышали то, что у меня так звук вот так вот и вот так тихо. Так, вот и... Так, и все. Ссылка нет. Почему? Потому что говорил такой слова. Ну, понимаем, что это меня так... Такое получится. Так, сосед, ты этого не приголуй, я... Не барагось, я тут я добываю, то есть из чеквана. Пошёл в задницу. Чё, очко? Очко? Очко она садила в себе. Иди сюда, карандаш, я тебе ампусирую твою карандашную писюн. Вы помните? А вы знаете, что эта текстурка его карандаша? It's a bad day! Ты! Целуй кактус, меня не трогай! Ладно? Не-не-не-не-не-не! Тихо, откупоривай! Я ничего не видел, тебе показалось. Пошел нахер! Пошел в задницу! Не трогай меня, я здесь и... Тихо, пошел в задницу. Все. Слышь, это мой дом, не трогай меня! Ты че пришел на столовую, уйди! Уйди нахер! Пошел вон. Все, уже попасть. Вот так вот. Кто здесь? А-на-на-на. Нехорошо. Нехорошо так, как ведешь. Ах ты. Карандашечный, ты педофил. Ну что ж, иди сюда. Я тебе поспорю как. Чёрт, ты паскуда. Я сейчас как возьму. Так проберусь я к отсюнку. Так приглашу я там всех к чаю. Все буду знать. Я не знаю, попробую взять и перескочить. Давай! Нет. Попробую как-то перескочить! Не-не-не-не-не, тебе показалось. Пошел вон. Тебе показалось. Блин, нужно понадобиться картон, чтобы собраться в эту дверь. Здрасте, вот мы пришли в какой-то дом. Еще попробуем открывать. Вот там железная дверь.
Посмотрите-ка, это же спичка. Лежит вон. Лежит вон тебе. Смотри-ка, какой. Зачем? Что спичкой такой сделал? Лися, вы ее наберете целых 50 лайков, то и тогда буду делать в PowerPoint такую анимацию, что именно сначала спичка, что-то там, ну, короче, про привет соседа карандаша. Вот он. Он пытается мне охотиться за мной. Мне же вот это забраться. Мне же вот это собраться и этот забор. Так, теперь надо, наверное, как-то быстро перескочить. Да перескочить, я говорю, ты Боинг, ты за... Крыса вонючий. Тихо, карандаш, ты просто... Какой, блин, горячий какой. Ах ты, как ты меня заколебал. Как ты меня, блин, заколебал. Слушай, я не поставляю повторять, я заколебал меня. Что ты вон, говорю, вообще не нахер. Вот целуй мой средний палец. И будешь знать, что не будешь такого делать. Давай, Серега, давай. Подъезжай ко мне. Козёл. Представляешь, ты козёл. Всё, давай. О, вот это опять паркур, только чтобы в первой серии. Про... Блин, вот эти лаги. Меня достает. Прыжок. Еще один прыжок, то... Да ты заколебал, это меня уже, чёртов ты боль... Сожрался, чёртов ты... Да ты... Как так я допрыгаю? Я же могу паркурить все что угодно, какие-то любых карт. Ать! Последняя. Ты достал! Только не надо. Да ты, я тебе козёл! Ты козёл! Давай же! Да опять второй раз в конце упал. Ну, да, наконец-то, блин! Отодрал! Пошли в жопу своими чертов в здании с паркурами! Так какого... Мать твою! Ваги, только не надо, пожалуйста. Я тебя умоляю! Наконец-таки, чертов ты! Больной блюдо, я тебе говорю, просто... Достал уже! Чертов ты! Ты убили с этой карты. Чёрта. Вот что вы не представляете, как у меня бомбит. С такой чёртовой карты, в которой меня достали уже. Это чёртова программа Боинг. За это... Которая... Меня достает, я выключаю, и он вообще не хочет работать с такими... С такими вот... Снимка в это видео.
Так что в этом все. Алисе вам понравилось это видео. Ну, также мне бомбило. Алисе вас таким бомбило. То пиши в комментариях. Что у тебя бомбило в этом? Алисе, ты хочешь, что я тебе выкладываю, короче, выкладываю тебе такое вот качание папки этой карты, потому что есть у карты моды. И поэтому все, если вам понравились это видео, то поставьте лайк за это видео. И с вами был Степан Мэн, и всем пока-пока.